Также хотелось довести до сведения организаций, индивидуальных предпринимателей и туристических групп о их необходимости регистрации в период за 10 дней до начала выхода маршрута. Регистрация проводится в Главном управлении МЧС России по Удмуртской республике на официальном сайте, где можно заполнить онлайн-заявку. Данная регистрация нужна для того, чтобы в случае возникновения нештатной ситуации или невыхода на связь можно было определить примерную зону поиска, что увеличивает вероятность положительного исхода поисковых мероприятий. Также регистрация необходима для того, чтобы до сведения туристической группы доводилась информация о прогнозируемых опасных или неблагоприятных метеоявлениях. Это как усиление ветра, сильный дождь, град и другие. А также необходимо для проведения профилактических мероприятий с данной туристической группой. Берегите себя и своих близких.